Добрый вечер всем подписчикам и зрителям моего канала. Одесса, 1 ноября. Сегодня, прогуливаясь возле моря, наблюдаю такую картину, что на горизонте нету ни одного корабля. Абсолютно ни одного. Ну, кто постоянно смотрит мои видео, вы знаете, что я снимал, было и 13 кораблей на горизонте, 16, и 9, и 5, ну, по-разному. Я часто публиковал видео с кораблями на горизонте, вот, и их было часто разное количество. Бывало 2 стояло, бывало 3, бывало 1. Сегодня вообще ни одного нету, просто чистый горизонт. Насколько я понимаю, насколько, да, были новости о том, что прекращается эта зерновая сделка. Россия вышла из зерновой сделки после взрывов в Севастополе. Вот. Но вроде бы как вчера вышло там порядком 14 кораблей с наших портов Одесса, Черноморск, Южный. Вот. Но сегодня, вчера еще были. Было 3 корабля, по-моему, на горизонте. Сегодня вообще нету ни одного. Интересно мне, действительно ли зерновой сделки конец, зерновому коридору, или все-таки как-то не договорятся, и корабли все равно будут ходить. Вот, но сейчас вообще вы видите, на горизонте чисто. А в Одессе сегодняшний день прошел спокойно. Ну, правда, он еще не закончился, но тем не менее, до сегодняшней минуты, сейчас 18:20, все было спокойно. Я на связи, не забывайте подписываться, до встречи, пока.